В апреле Государственной службе занятости населения исполняется 30 лет. За этими цифрами судьбы людей, которые связали свою жизнь с такой важной и необходимой службой. В самые сложные моменты, когда люди теряют работу и остаются один на один со своей бедой, именно сотрудники Центра занятости помогают выйти из кризиса, справиться со своими страхами и найти себя в новой сфере. А может даже начать свое дело с нуля. В этот день самые теплые слова признательности за самоотверженный труд лучшим работникам сферы занятости населения от главы Ямальского района озвучила Инна Фатеева, руководитель Департамента социальной защиты населения. Сотрудники вашей службы посвятили себя благородному делу – помощи людям, потерявшим работу и нуждающимся в поддержке государства. Вы помогаете обрести уверенность в завтрашнем дне, оказываете психологическую поддержку, способствуете социальной адаптации, даете возможность получить новую профессию и найти свое место в жизни. Сегодня сотрудники Центра занятости населения Ямальского района – это профессионалы своего дела, очень чуткие и отзывчивые люди, которые всегда помогут советам и делом. Это хорошая сплоченная команда, которой по плечу любые вызовы времени. Хочу поздравить всех моих коллег. Случайные люди в службе не задерживаются. Задерживаются только те люди, которые всю боль, все неприятности, все какие-то вот нюансы пропускают через себя. Теперь служба занятости не просто инстанция. Это люди, которые на протяжении всего пути находятся рядом. Обучают писать резюме, помогают приобрести новые компетенции. В общем, полностью сопровождают человека от момента обращения до трудоустройства. Коллектив ЕТВ присоединяется ко всем поздравлениям и желает Ямальскому центру занятости процветания и дальнейших успехов.